Как дела, ребятки? С вами снова Ник. Это седьмой эпизод Craft for Fun. Сегодня я вам покажу кое-что новенькое, что я поставил из модов. Одна штука, которая называется Pig Grinder. То есть мы ее поставим на свинью, и она вам будет давать бесконечное мясо. Сейчас уже рассвет, и я тут кое-что новое сделал в своем мире. Помимо того, что я сделал две красивые лесенки, здесь еще я сделал что-то вроде блокпоста, то есть мы сможем забраться на него и отслеживать монстров через окна. Во всяком случае, если они захотят напасть на меня. У меня тут все есть, я тут сделал кровать, ящичек для хранения всяких вещей. Я неподалеку сделал что-то вроде фермы, то есть тут свободная территория, построен заборчик, и там тусуются животные. Вот, кстати, есть свинья, сейчас мы к ней подойдем. Сейчас спустимся аккуратненько. А, черт. Не хочу, чтобы монстры на меня напали. А, у меня ж писфул стоит. Поставим на нормал. Это мне потом пригодится. Так. Я пока не буду, чтобы крафтить эту хрень, просто мы возьмем ее отсюда. И поставим на свинью. И вот как она работает. Да. Вы сейчас скажете, наверное, что я жестоко обращаюсь со свиньями, но, как видите, свинка не умирает, она нам дает бесконечное мясо, что нам может пригодиться. Может показаться, что свинья больно, но это не так, она ходит дальше, прыгает, хрюкает и так далее. То есть она дает бесконечное мясо, можно, уже потом нельзя будет эту хрень забрать. В принципе, такая вещь. У нас тут уточки ходят. Так. Какого? Вот это, кстати, совсем не учел. Поскольку, когда я ставил на... В прошлый раз на свинью, она не взорвалась почему-то. Ай, твою мать. Но все равно неплохо довольно. Потому что с обычной свиньи дается только два куска мяса, а с этой гораздо больше. Поэтому так это гораздо интереснее. В общем. Сегодня я хотел сделать второй этаж своего дома, чтобы там построить что-то вроде бассейна с блэкджеком и шлюхами. Нам нужно больше дерева, поэтому возьмем деревце. Деревянные планочки и 4 8 12 16. Я еще к тому же хотел показать вам новый мод, в котором в игру добавляется синий красный крипер, но я не знаю, где они, во-первых, спавнятся, во-вторых, на каком уровне сложности их можно встретить. В общем, встретим, узнаем. А сейчас пока будем делать домик. Вообще, я хотел сделать из стекла, но стекла у нас мало. Очтить я не хочу, потому что один человечек, можно так сказать, будет меня опять обвинять в читерстве и грубо засирать меня. Нет, в принципе, пофиг. Но он все равно соснет тунца, когда я это сделаю. Я думаю, он сразу поймет, про кого я говорил. Вот, мы сделаем. А вот тут как бы. Я на смысле сбиваюсь, когда что-то начинаю говорить. Черт. В общем, нужно больше песка, чтобы сделать больше стекла. Кэп. Так что мы идем. Свинья курочка. Мы идем. Да, свалите отсюда. Идем добывать песочек. Песочек. Много песочка надо.
нужен, чтобы сделать больше стекла, поскольку его мало. Фак. Уточка купается. Опа, лисичка. Может, ее лопатой огрести? Даже жалко ее. Ладно, не будем трогать лисичку. Хотелось бы сделать еще что-то вроде фермы, где будут пастись овцы, бараны и прочая нечисть. Так, что-то опять не понял. Что-то я упал опять и не повредился ничего. Странно как-то. У меня работает все это. Пока делать со стеклом, мы прогуляемся. Так, поскольку я не люблю огибать эти холмы долбанные, я лучше взлечу. О, что я сейчас хочу? Здесь найти волка. Волка. Хочу волка. Какого хрена здесь одни свиньи тусуются? Вас даже оседлать нельзя, вы сучары прыгаетесь. А ведь пока я не записывал эпизоды, криперы на меня нагибали. И даже один раз попался красный. Это козлина со шалелой рожей меня обкидала динамитом, что я чуть не потерял свой инвентарь. Еще такой довольный, сука. Я тебя там еще падла. Опа, кажется, мы вышли на пещеру. В общем, я отомщу этой твари, когда у меня будет свой динамит. Я с такой же приятной рожей тебе подорву, тварина. Может, и факелы. Вот у меня есть факелы. Шикарно. О май факинг гад! Это ж сколько там монстров-то? О май гад! Это что за нахуй? Оп! Фу! А, я, кажется, вспомнил. Когда включаешь сложность нормал, появляется новый монстр, что-то вроде призраков. А ведь меня предупреждали об этом. Но когда же видишь первый раз, так просраться можно. Что потом это... А вот и красный крипер! Ах ты, сука! Я включу свет, пожалуй, потому что я не вижу ничего. Вы видели его, да? А вот он опять! Ах ты, сука! Ты хочешь меня подорвать, да? Ты так это хочешь, да? Ну попробуй. Чё ты прыгаешь? Ну-ка иди сюда. Come on. Ну, чё ты такой довольный, да? Думаешь, что меня так легко победить, да? Что ж ты не кидаешь свой динамит, сучка? Ах ты, падла! Хитрожопая! Я знаю, что у тебя запас динамита не бесконечный. Скоро тебе придет пиздец. Черт! Ну, у кого большие яйца? Понял? Да, еще помимо всего прочего, тут я видел огра. Вот он. Опасный чел. Очень опасный. Но он, по всей видимости, не трогает игрока, пока ты к нему близко не подойдешь. О, какой злой, а? Ну ничего, что не идешь на меня.
Ты что, любишь стоять на одном месте, да? Нет, я его боюсь. И всегда в таких случаях спасает команда Home. Спасибо, Господи, за single-player commands. Это был неравный бой. И я уже понял, что мне скоро пиздец будет. Поэтому я решил не соваться туда. А тем временем стекло продолжает делаться. Был бы у меня лук и стрелы, я бы еще противопоставил что-то такому гиганту. Но поскольку у меня ничего, кроме покореженного меча, покореженной лопаты и кирки топора нету. Тем более, что у меня уже половина доспехов похерена. Поэтому я не буду соваться. Это, кстати, еще одна причина, по которой я играю на изи. То, что чем больше монстров, тем сложнее прохождение. Ну так веселее, конечно. Но я не хочу потерять свой инвентарь за 5 секунд. То, что эта козлина хочет меня убить. Немного... Сейчас немного угля. Да, кажись, мать оценила мой юмор, и она сейчас тихо посмеивается в сторонке. Ну да. Любой бы в такой ситуации пересрался бы мощно. Не спорю. Все-таки такое не каждый день увидишь. Да еще красный крипер с довольной мордой хотел меня подорвать. Когда у меня будет свой динамит, я тебя устрою, сука. Снова наступает ночь, а стекло еще до сих пор не сделалось. Надеюсь, красные криперы не будут меня нагибать, пока я сплю. Вообще, надо бы сделать что-то вроде мин здесь. То есть какая-нибудь падла захочет покуситься на мой дом, она наступит на мину и подорвется. Тигр. Нет, не надо меня трогать. Я тебе ничего не сделал. Привет. Любишь? Ах ты, сука такая! Ах ты, гадина! Главное, что я эту тварь не трогал, она взяла меня и сбила. Ох, не повезло тебе. Ты не знаешь, на кого нарвалась, сучка. Как же тебе не повезло. Да. Я же говорил. А я ведь тебя предупреждал. В итоге, вывод такой. Нехер шляться по ночам на неосвещенной территории. Моим доспехам уже практически наступил конец. Благо, леггинсы еще целые. А ведь он специально, сука, притворился. Типа такой, я гуляю, здесь никого не трогаю. Потом хуяк, и у меня все здоровье пропало. Спасибо большое. Я, пожалуй, прилягу спать. Спать надо. Обязательно. Ну, и похоже, я не успею вам показать сам процесс постройки. Тогда я его допилю вне записи. Да. Что ж. Это был уже 7-й эпизод Craft for Fun. С вами был Ник. Пока. А, крипер!